Добрый день, представьтесь. Добрый день, меня зовут Коровин Сергей, я являюсь генеральным директором компании «Обух Автоцентр». Скажите о сегодняшней презентации Volvo. Сегодня мы представляем всю модельную линейку Volvo, которая производится на сегодняшний день. Показываем ее широкой публике и в том числе новинку шведского производителя Volvo S90. Какие модели представлены сегодня? На сегодняшний день представлена модель V40, S60, V60 Cross Country, S60 Cross Country, XC60, XC90 и S90. Как раз это российская премьера. Самая популярная модель? На сегодняшний день, конечно, на выставке пользуется спросом эта новинка S90. А если в общем о ситуации на рынке, то, конечно, бесспорный лидер XC60, XC90. Как часто выставляетесь в Крокусе? Мы участвуем третий раз в международной выставке и представляем бренд Обухов на этой международной выставке. Обух Volvo. У вас очень красивый стенд. Как вам такое удается? Сначала сами проектируем, думаем, как воплотить эту шведскую идею, концепцию в стенд. После всего у нас есть отдельное подразделение, которое занимается строительством наших дилерских центров, их обслуживанием. И эти люди воплощают то, что мы нарисовали на бумаге. Коровин Сергей, генеральный директор Обухов Автоцентр, специально для журнала «Околоспорт». Спасибо.